Всем добрый вечер, мои дорогие. Сегодня понедельник, базарный день и день закупок. Вроде бы я на правильном питании, а так много кушаю, что все заканчивается. Что я сегодня купила? Ой, упала мой розмарин. Минуточку. Смотрю чек. Оставили в Юзбире. А Юзбире супермаркет турецкий, государственный. 367 лир. А что купили? Купили сыр, этот сыр 125. Йогурт. Сколько? 28. Вот такую банку солений купили. Сейчас я скажу, 80, кажется. Кофе турецкое мы купили за 55 лир. Вот это вкусное. А вот это вот ерунда. Так что не покупайте вот это. Покупайте вот это, если хотите получить кайф от выпитого кофе. Так, мои дорогие, сколько же стоит туршу? Пакеты стоят по 25. Вот, 40 лир стоит туршу. И купила также уксус. Я увидела у одной блогерши, она очень хвалила. И никак я не могла его купить. То есть, хотела, но никак не могла купить. Наконец-то увидела и взяла без скидки, без ничего. Также купили мы с мужем 5 кило муки. Вы знаете сами, что я люблю печь. На базаре тоже цены не ахти. Грибы стоят 40 лир килограмм. Полкило купили. Картофель сегодня 8 лир. Баклажаны мы увидели 10 лир килограмм. Морковь 5 лир килограмм. Вот 3 таких пучка зелени. 3 таких пучка. Вот это вот еще 4. 7 лир заплатили. И, конечно же, взяли такую капусту для нашего мальчика. Ему можно. Вот сейчас у меня лежит в уксусной воде. Промою и там. Также мы купили сыр для наших хачапури, лимончики купили по 6 лир килограмм, апельсины и вашингтоны по 7,5. Такую целую капусточку взяли по 5 на машине, там на базаре она стоила 15 или 10. Помидоры мне очень понравились. Очень понравились помидоры, они стоят 12 лир килограмм. Купили также чеснок, 10 лир чеснок. И, да, вот взяли, что мы купили здесь? Редис и салчу мы взяли, перцовую салчу, пасту. Попробовали, конечно, и она нам очень понравилась. Такая еще горькая, килограмм 80 лир. А что еще мы взяли? Полкило взяли абрикос и полкило изюма. Абрикосы 100 лир килограмм. Изюм 50 лир килограмм. Вот такие покупки, денег дофига и больше. Сейчас мне предстоит готовка ужина. И что? И все это распаковать. Вчерашняя моя кухня такая была в порядке. А сегодня во что она превратилась? Неблагодарный женский труд. А вы ставьте лайки, пишите комментарии и кликайте на супер спасибо. Мне будет очень приятно. Доброго утра, мои дорогие! Сегодня я проснулась 6:30, сразу на йогу. Столько времени я спала, то 10, то 12 даже было. И сегодня я, вот организм мой встал, рано вчера легла, рано когда, 2 часа. И вот захотелось мне встать, позаниматься, и смотрите, что я успела. Кто рано встает, тому Бог дает. Не зря так, как говорят. Я с утра выпила кофе, смонтировала видео, приготовила себе, приду после встречи с девочками, начинку буду готовить сарму. Много сделала, 4 стакана вот таких, буду готовить сарму. Также я полила все цветочки мои, цветочулечки. Цветочечки, скоро они будут цвести у меня. Наполнила воду. Так хорошо, когда все чистенько. Чистенько. Ну и, конечно, привет от нашего мальчика.
От нашего мальчика, что он творит, друзья мои, от Ашкема не отходит, когда он чистит фрукты. Это его любимое занятие. Ашкем, мавиш! Ты еще не проснулся, мой сладкий такой. А также у меня уже готова стирка. Боже, как хорошо рано вставать. Но мотивация к этому раннему вставанию, просыпанию, это вот солнце, хорошая погода. Друзья, какое счастье, у нас такая весна пришла в Мирсин. Я бегу уже к девочкам навстречу, приготовила кофеек, сухофрукты с орешками. И все, будем сегодня с ними встречаться. Давно мы не встречались. А потом наговорю вам что-нибудь новенького. Новостей очень много. Давно не снимала вам набережную. Покажу сегодня вам набережную нашу красивую. Всем удачного дня и прекрасного настроения. Боже, какая погода. Какое солнце. Куда это? Посмотрите, какой у нас красивый двор. Как красиво цветет этот кустарник. Обалдеть! Как же я соскучилась по этому ору. У них с утра разборки видно. И чайки, и утки, и гуси. Как интересно. Мир и Вселенная, благодарю тебя за это прекрасное утро, за мирное небо, за солнечное тепло. Как же это классно, друзья! Душа плачет от счастья, душа от счастья, от наслаждения. Вот моя Катюшка, моя девочка. Как классно, друзья мои, наконец-то я вышла. Посмотрите, сколько я накрутила сармы. Приглашаю на сарму. Рядом мой песик. Песик мой! Аж к дюрам купель минимы. Он тут меня развлекал. Естественно, я слушала, как всегда, вебинар. Вебинар. Так, и мой муж проснулся. Я ему вот баклажан, яйца. Вот так вот. Буду готовить сейчас кушать. А себе салатик сделаю, Цезарь. Вот такая я хозяйка. Все успела, все. И на зум, и на йоге побывать, и еще планирую на зумбе. Как же это вкусно. Посмотрите, какая огромная кастрюля вышла, сковородка. Прямо так и хочется их попробовать. Потому что, посмотрите, какие они красивые у меня. Я сейчас чуть-чуть добавила соли. Очень вкусно. Приятного аппетита. Всем добрый вечер. И чем мы занимаемся? Конечно, этот ребенок. Вот как тут. Я тут со своими уроками. Готовлю теорию. А мой сыночек. Мавиш мешает мне. Сейчас Кашкым сел на ладушке. Он ручки так ему предложил, он сел. Меня пока игнорирует. Так, посмотрим, какая статистика. Час назад я загрузила видео. И вот такая статистика. Отлично, спасибо вам за ваши просмотры. Не дает, смотрите. Смотрите, смотрите. И время игры у него. И вот этого ребенка не дают дотронуться, не дают дотронуться, не дают дотронуться, не дают. А как больно кусается, больно кусается, больно кусается. Мавиш, любимый мой мальчик, мой холюсий мальчик, иди к маме, иди к маме. А знаете, не любит, когда за хвост его трогают. К маме, видео. Вы подписались на канал?
Мавишата приглашает вас на мой YouTube. Да, Мавиш-чан? Вы увидите, что творит Ашким. Он его обожает. Браво! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.